Рост доходов ульяновцев обсуждали на заседании по повышению заработных плат работников предприятий. В этот раз внимание уделили аграрному сектору. Глава региона Алексей Русских обсудил с представителями отрасли ситуацию на производствах, объемы налоговых отчислений в областной бюджет и планы по дальнейшей индексации оплаты труда. Отдельный рост производительности труда и процессы модернизации производства. Это означает, что с повышением заработных плат мы уже начинаем залазить в прибыль. Уменьшается прибыль, какая-то, соответственно, эффективная прибыль. Вот. И мы должны с вами давать этому отчет. По информации Министерства агропромышленного комплекса, за январь-август этого года средняя зарплата на сельскохозяйственных предприятиях выросла на 23%. Сейчас она составляет 39 404 рубля. В августе на арку сыграла уборочная, оплата труда поднялась до 46 тысяч. В пищевом производстве средняя зарплата составила 48 тысяч рублей, а в сфере производства напитков – 64 тысячи рублей. На сегодняшний день у нас действует 2931 соглашение повышения заработной платы с охватом сотрудников почти 48 тысяч работников. Среди исполнительных органов государственной власти наибольшее количество соглашений заключено Министерством экономического развития и промышленности, Министерством ЖКХ и строительства, Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, а также Министерством транспорта. Губернатор поручил исполнительным органам региона и главам администрации продолжать работу по обелению заработных плат. Отдельно глава региона уделил внимание проблеме уплаты налогов. Не все предприятия, которые ведут деятельность в Ульяновской области, уплачивают соразмерные налоги в областную казну. Также Алексей Русских осмотрел строящиеся на заводе трехсосенские производственные линии. Руководство предприятия озвучило решение по увеличению заработных плат сотрудников еще на 30%. Анна Тищенко, Константин Никитин, Ул-Правда, ТВ.